Ты чё тут? Без комментариев! Ты откуда здесь? Откуда? Я не знаю откуда. Тебя Лён привёз. Какой ты где он? Был? Где я был? Крошку Айс-то будешь вести? Да, конечно, только... Давай, вылази. Хорош тут отдыхать. Вообще, блин, вы чё? Скажи там, что, типа, Крошка Айс, мы начинаем? Крошка Айс, мы начинаем. Добрый вечер. Все больше и больше народ на крошке Айс. Тем не менее весело. Весело и смешно. Очень смешно, потому что такие веселые люди ходят на крошку Айс. Ребят, привет! Привет! Чувствуете? Как вам на крошке Айс? Кто из вас второй раз, кто третий, кто впервые? Впервые! Просто впервые, это мега круто, просто не принимать. А у меня этот дубль. Дубль? То есть второй раз. Ребят, слушайте, ходит такое мнение, что если ты на крошку Айс ходишь, то ты типа в тренде. Это так? Да, так-то да, есть. Так. Сегодня где-то порядка 500 человек здесь. Представляете? 500 человек. Это как 499, только 500. Вот. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если будет вот, ну, не, дай бог, конечно, чтобы догнали мы до 1000, 1000 человек здесь, что будет? Месяц. Будет жесть просто, да, будет реально вот так. Но будет очень весело. Ну да, с этим... И я уверен, тогда точно все познакомятся. Наш друг Никита сделал селфи со всеми. Да. У нас делает... традиция, если мы приходим на каток, мы селфимся со всеми, кто попадется. Я в этом не участвовал. Просто, опять-таки, он серьезный. Как понимаете, очень весело, ребята. Мы серьезные. Девчонки, привет, как настроение, как дела вообще, что нового вам? Отлично. Да, все отлично. Это типа вот все вопросы ответили, да? Быстро, вот у вас есть, чтобы сейчас вот все парни вас увидели, у вас есть буквально минутка, что скажете? Спортсмен, должен быть спортсмен хороший. Красивый, конечно. Умный. Умный, да, чтобы душа открыта. Ой, хватит сейчас, вот все мои качества сейчас просто перечислили. Ладно. Чтобы меня любил. Который дома не сидел. Молодец, пятерка. Молодец, пятерка. Сейчас девчонки сделают очень креативную штуку, смотрите. Вообще, видали? Спасибо. Дай Бог вам счастья. Спасибо. Дай вам Бог. Клуб анонимных любителей крошки Айс. Сейчас дадим микрофончик. Здравствуйте, меня зовут Денис. Мне все очень понравилось. Здесь очень весело, много людей, хорошая музыка. Я Семен. Я катаюсь 3 года. Не могу бросить. Помогите мне. Спасибо. Меня зовут Коля. Я не катаюсь и... Возможно, я не знаю, в чем причина. Возможно, причина в том, что у меня просто нет третьей ноги. Она помогла мне. Мы поможем. Спасибо. Меня зовут Никита. Катаюсь 28 лет. Здравствуйте, меня зовут Вова, на каток хожу практически каждый раз. Хорошо катаюсь. Спасибо. Вову же вырежем, если что.
по времени. Ладно, все, спасибо. Ну что ж, это была последняя крошка Айс. Друзья, было все круто. Спасибо вам большое за то, что ходили к нам, за то, что были у нас. Я надеюсь, что если, конечно, организаторы захотят, то в следующем году она повторится. Но пока все заканчивается, спектакль окончен. Всем до свидания. Ребят, что плачете? Крошки больше не будет. Да вы что, я пошутил просто, это шутка была. Да, 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 как всегда, на следующей неделе мы вас ждем. Приходите, здесь реально туса, здесь реально круто, здесь реально клевые парни. Крошка Айс, кто там? Здесь кто-нибудь есть?